Да. Мне нужен перевозчик. Я слушаю. Это должно было быть легкое задание. Какое первое правило пассажира? Молодец. Но при работе Фрэнка Мартина... Джек Биллингс к доктору Коблину. Третья комната налево. Все не такое, каким кажется. Джек! Джек, беги. А как же ты? Я в порядке. Слушаю. У вас есть 2 часа, чтобы собрать 20 миллионов долларов непомеченными 100-долларовыми купюрами. Время пошло. Мы не знаем, с кем имеем дело. Возможно, это водитель. Это невозможно. Теперь. Засек. Лучший в своем деле. Вернулся в игру. Что ты будешь делать? Я найду виновных. Это твои друзья? Джейсон Стэтхэм. Стойте. Пиджак только что из химчистки. Перевозчик 2.